Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
На работу довезти? Мы работаем, здесь работаем. Мужчина вышел с улицы. Давай, что здесь? Проезжаем. Потише выражайся. We'll be right back.
We'll be right back.
Краснодарский край. Знаменитый, печально, Ишевский район. За мной приехал Кузя. Надо было попасть, что ли. Все сделал. Пятая серия. Второй день движения. Трасса М4. Поздняя зима. 3 февраля 2016 года. Автомобиль Шкода Фабия. Базовая комплектация. Зимняя резина. Шипованная. Автомобили довольно-таки мягкие, рулевая колонка послушная, на дороге держит себя уверенно, все хорошо, за исключением того, что немного шумовато, как мне кажется. Может быть, резина сильнее, поэтому так шумит. Других замечаний, претензий к автомобилю нет. Расход бензина при средней скорости 80-90 составляет 5,5 литров. Трасса М4 до. Финиш — город Сочи. По сравнению с московским регионом, отличие серьезное, то есть тут уже зеленая трава, поля озимые зашли, то есть весна, скажем так, уже наступила. Температура 4 градуса плюс. Ну, ночью, может быть, опустится там до нуля, а так температура положительная. Дорожное полотно довольно-таки ровное. Оценка хорошая и отличная. Встречные потоки разделены
колосой с отбойниками, с отбойником. Движение достаточно спокойное. Ну, не думаю, что такое движение будет летом, период отпусков, когда все на автомобилях поедут отдыхать в Сочи. Московское время 17:10. Я думаю, может быть, часик еще можно будет ехать. Как только начнет темнеть, буду искать место для ночевки, для привала. На трассе работают сотрудники ДПС, как скрытые, так и скрытые наблюдения. Вот в такую погоду более-менее пасмурно, когда нет солнца, довольно-таки комфортно. Но ближе к Краснодару инфраструктура не очень развита, я бы сказал. В Ростовской области довольно-таки много мотелей, стоянок, заправочных станций. Но вот на этом участке так сказать не могу. Кругом поля, как видно, зеленые, надеюсь, видно их на регистраторе. То есть на Садовском крае уже не стал. А в городе Сочи темные ночи. Ночью осталось 350, наверное, километров, сейчас точно не могу сказать. Может, чуть больше, может, чуть поменьше. Стараюсь держать 80-90, но не получается. Дорога открытая, свободная более-менее. Так и тянет задней педаль.
немного напортачил, проскочил поворот на Красноярск, на Краснодар. Понадеялся на навигатор, но знаки не обратил внимания. Ну и ушел в сторону на 10 километров. Обратил внимание, что дорожное полотно значительно хуже. Остановился, стал разбираться, завис навигатор. Перевосстановил, вернулся назад. Вот сейчас подъезжаю к Краснодару. Сколько там осталось? Километров 70, наверное. Постараюсь Краснодар проехать. Первое ближайшее место для стоянки, первый ближайший мотель, остановлюсь на ночь. Усталости нет, состояние такое бодрое, рабочее, но то, что вот наступает темнота, в темное время я не езжу. Заранее планировать место ночевки очень сложно, поэтому если кто собирается поездку в Сочи, то пожалуйста, можете посмотреть видео, там видно такие более-менее серьезные строения мотели. Вдоль трассы четко видно, там указаны координаты. В нижней левой части экрана забив, который навигатор, пойдете к этому месту. Должен сказать, что на трассе М4 есть заправки газовым топливом, газовые заправки. Может быть, и так много, как хотелось бы, но такие заправки есть. Проезжаю в отель Дон. До Краснодара 63 километра. Обочина на этом участке довольно-таки
высокая, можно свободно остановиться, чтобы не мешать потоку движения, движению потока. Но превышать скорость я бы тут никому не советовал, потому что достаточно активно работает ДПС. Покупают и продают топливо на трассе. Какого качества неизвестно. А чем ближе к Краснодару, тем оживленнее эта вот инфраструктура становится. Вот вторая заправка, Окуеловская. Вот здесь только заправка. Если ночевать, то не получится, нет места. Парковаться и переночевать. Хорошая широкая дорога, маркировка, хорошее дорожное полотно. Трасса М4, но реклама на 15 канале. Приобретайте радиостанции, будьте в курсе событий на трассе. Здорово помогает в случае необходимости. В конце концов, у знающих водителей можно спросить место, где можно нормально, спокойно, беспроблемно переночевать.
больше грузы везут. Просто говорить на оборудование такое, да. Связь на этом участке устойчивая. У меня две карты МТС и Мегафон. Показывает устойчивую связь. Красивые места, мне нравится. Это вот сейчас пока еще все серое, а вот когда зелень, деревья распустят листья, трава взойдет, тут будет великолепно. Попадаются мелкие речушки. Удовольствие для рыбаков, кто любит разловить на удочку. Вот еще один мотель. С противоположной стороны. Называется мотель «Вавилон». Рядом заправка Лукойловская. Но это если ехать из Краснодара в сторону Ростова. Намотаем качественное топливо евро минус 15 по 27 рубля и евро 3 минус 17 по 28 рублей. Возвращаться на Гориновскую стоянку Лодовых автов. Ну вот, покупать такое топливо очень рискованно. Гарантии качества никакого. Идее можно сегодня было бы уже приехать в Сочи. Это уже будет полночь. Люди спят. Тревожить их не хочется. Запах навоза. Запах все сильнее и сильнее. Но проезжаю навозную кучу. Такая земля. Как не развивается наука, а дедовский метод навоз, по-моему, лучше еще не придумали. Это предупреждает меня регистратор.
установил ограничение скорости 120 км. Я только превышаю, сразу об этом предупреждают. Ну, два слова еще немножко о регистраторе Акинора. Хорошая машинка. Но есть и недостатки. То, что отсутствует встроенный аккумулятор, только от прикуривателя или от внешнего аккумулятора можно задействовать. И второй недостаток – это крепление. Невозможно его вращать влево-вправо, только вверх и вниз. Это создает некоторые неудобства, когда проезжая мимо какого-то места, нужно, например, повернуть регистратор и снять более, ну, с другим ракурсом. Здесь это сделать нельзя. Приходится самому химичить, выдумывать. Плюс ко всему, закрепление регистратора. Ну, как сказать, передает малейшее колебание ему. Так как тряска небольшая, а вот смотришь на регистратор, он колеблется, как осиновый лист. Поэтому приходится, вот, в данном случае подложил поролон, чтобы как-то компенсировать эту вибрацию. На этом же регистраторе нельзя... Thank you.
Краснодара 25 километров. Достаточно светло еще. Возможно, получится по объездной дороге проехать Краснодар. Начинается мелкий дождик. Морось называемая. Асфальт может намокнуть, если будет посильнее. Соответственно, нужно держать дистанцию. Возможно, ночью будет дождь. Посмотрим. Прогноз погоды был, передали, что снег с дождем. Но я сомневаюсь, что в этом регионе, в этом районе будет снег. Температура высокая. Даже если придет снежный заряд, растает, пока он летит на земле. Открадывается заметно. Встречные полосы разделены стальными отбойниками и звукопоглощающими какими-то элементами, и светопоглощающими. Света, наверное, отражатели, чтобы автомобили противоположного встречного движения не слепили. Да, обыкновенные дощечки. Километров от Москвы. До Сочи остается 300 километров. Вчера проехал 500 километров. Сегодня 800. Я наблюдаю теплицы, огромные площади, внутри горит свет, очень красиво. Так, ну вот уже, наверное, пригород Краснодара. Чебурики, кафе, роллы, столовые, буфеты.